Так, что у нас тут дальше? Союз, смех, засмеялся, подписался. Ай, ну давай. Кстати, Союз Смех тоже крутые ребята. Обязательно подписочка, не забывай подписываться на Инстаграм, ведь уже на 500 000 подписчиков в Инстаграме вас ждет сюрприз, начальники. Там это, разыграем, анама, нормальные вещи сделаем, ну да. Поехали. Не-не-не-не-не, руки прочь. Не трожьте меня. Пиздуйте лесом. Ебанутый ебанушка. Заявление написать на одного нехорошего человека. Он мне морду отпиздил. Ах ты, сука, мусорская. Союз смеха представляет. Блять. Вроде как посмеяться хочется, а что-то грустно. И вы знали, что я могу разъебать любую девушку. А это... Начала. Ах, начала. Что я, это когда тебе, короче... Сука, это когда тебе на стриме 25 раз спели вот эту хуйню во время игры в Ведьмака. Спасибо, здравствуйте. Страшно. Не, ну а чё, нормально? Мне ещё и не видят, да? Ну, можно и назад никак. Я прям чувствую, как у меня адреналин выделяется. Что же, сама девочка наша готова, представляю вашему вниманию альфа-бронетрусы. Стильный дизайн, удобный эргономик. Чё, блядь? Что? Января проверяй. Я вас уверяю, этот ролик наберет наибольшее количество лайков. Знаете почему? После вот этой фразы. Пацаны, у кого такая же команда, кто вообще в любой абсолютной игре, поставьте просто лайк и подпишитесь на канал. Смотрите, блять, проверяйте. 3.01.20 фиксирую, блять, новый рекорд на канале. Смотрите. 100 тысяч лайков, блядь, проверяйте. В любой игре. В любой, вообще, неважно, в какую вы игру играете, вот это ваш типичный тиммейт. Вот просто вот, блядь, вот фиксирую просто. Мне кажется ли она на Аляшу похожа? Девчонка эта. Или это она есть? Кстати, кто в армию пошел, можете использовать. Именно так надо. Надежных японских моторов. И у тебя шпаргалка, блядь. Четырехцилиндровый 16-клапанник, поэтому. Ты все-таки хочешь, чтобы я тебя ударил, блядь? Мне
кажется, мы потерпим фиаско. Куда он смотрит? Никто не знает, куда я смотрю. Я думаю, вот так. Нормально. Аккуратненько укладывает, чтобы тот не обиделся. Но в глубине души мышь понимает, что сотку он теперь точно не вернет. Что означает буква «С»? Сосай, кудасай! Сука! Сосай, кудасай, так что. Эй, красный, красный, что? Кто там орёт? Кто постоянно орёт? Не знаю. Блять, кто на макушке звезда? Произвольно, по-английски. Спасибо за рейд, ребят. От балды. От балды. Значит, от балды. Я ему ответ нарисую. Что это? Это индейская анальная народная елда. Хуй вам называется. 5 проводов. 3 белых, 1 черный, 1 красный. Какого цвета красный? Последний. Бля. Ты попал. Не, у меня мой только внизу жрет. Спасибо, ребят, спасибо всем, кто ответили. Спасибо за рейд, спасибо за лайки, за подписку. Спасибо. Взаимно, ребят. Взаимно. Спасибо. А мы себе видосы втыкаем. Спасибо. Ну-ка быстро завязывай с бухлом. Слышишь? Дай себе слово, что не будешь пить. Чуток, все. Блять, это как в детстве, помните? Ой, сука. Помните в детстве эту тему? Запомни, говорит, если голова пролезла, значит пролезет все остальное. Нихуя это так не работает, запомните. Это только у блядских кошек, которые из жидкости сделаны, вот так работает. Больше ни у кого. Это вот жиза, блядь. Кто-то не очень любит Новый год. Точнее, вообще не любит. Это его тесто получается из нихуя. Мука. Вода. Да, конечно, нужно пожрать что-нибудь. Душ — это важно. Это важно всегда. Вечные ценности. Бля, интересно, а у Масяни еще есть новые выпуски или нет? Работяги, кто когда-то в старинные года... Кстати, надо лайк сразу поставить за Масяню. Кто в старинные года смотрел Масяню, блять, а куда? Слушай, они еще что-то выпускают вообще? Или они распались, или... Есть? Да не может такого быть. Блять, я сейчас вот не поленюсь, зайду вот с телефона. Ты пиздёшь! Да, блядь, как она? Масяня. Блядь, она что? Подожди, последний выпуск, я тебе сейчас скажу, когда у Масяни был. 3 дня назад! Они... 139 выпусков уже у Масяни. Бля, это вообще респект, надо будет посмотреть хоть что-нибудь, пару серийчик. Чтоб жопа не чесалась. Пыльный пол бесит, вот невозможно работать в таком состоянии. Теленок государственный. Мимо государственный. Холодильник на прокат берем, он чей? Государственный. А мороз чей? Государственный. Ёбаный твой рот, блядь! Ловлю. Да ладно, я словлю. И пускай капает, капает с неба, иду мокрый косок тебе, где бы я... Какие события вам больше всего запомнились? Когда Путин отменил пенсионный возраст, еще на 5 лет продлил. Вот это мне событие охуительное запомнилось. Привет, Путин. Бля, это пиздец. Вот это настоящая реакция чувака. Вот просто вот прям, вот, бля...
Блять, просто. Просто говорит, вот что мне запомнилось? Охуенно запомнилось. Ну и пошел он нахуй. Ведьмаку заплатите. Во-во-во-во-во-во. Ай, чеканы монеты. На, блядь! И так будет, говорит, с каждым. Чё? Лучшие комментарии. Друзья, спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на... Это лайк. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.